Как они сидят себе, играются вдвоем на пультах. Два экрана у них в телевизоре, у каждого свой герой. Они на одном стульчике сидят, как будто больше стульев нету. Здесь вот эта миска от попкорна. Слава Богу, домой. Время 2:30. Все, сейчас на метро, потом опять на автобус забирать деток от нашей дорогой бабиситер Мариночки. Ох, хорошо идти домой после тяжелого дня. Гаванька рисует разукрасочки. Боже, еле добрались домой. Такое гололедище у нас ужасный. Боже мой, я в 5 часов зашла с детьми домой. Хотя вышла в 2:30, да? С 2:30 до 5 я ехала, то что на машине я еду 40 минут максимум. Полчаса 40 минут. Ужас, конечно. Гололед, еле дошла. Все то, что вот баба прислала, бабуля разукрашивает картиночки. У нас вечер. Вот так Итошка сидит, отдыхает. Елочки уже нету у нас. Мы разобрали уже елочку, все вернулось на круги своя. Итоша, что ты смотришь? Ну давай еще немножко посмотри, пойдем с тобой на пианинко поиграем, да? Папа наш тоже едет домой. Ребята, устала, не могу. Сегодня мы учили там делать укладку пальцами, гелем укладывать, в общем, такие укладки. В общем, я уже забыла на всех языках, как они называются. Вот, это, в общем, все руки болят. Вот эта вся рука особенно, вот почти до плеча все болит. Finger waves это называется. Finger waves, пальчиковые закрутки, завивки, не знаю, вот так. Соединяешь, подтягиваешь 50-е, 60-е, короче, укладки. Очень тяжело. Не знаю, в общем, возможно, завтра я не пойду в школу, потому что если будет, по идее, должна продолжать, будет продолжаться такая же погода. И добираться мне сложно. Завтра у меня бэбиситер уезжает в Доминикану, сейчас улетает. Она не сможет их забирать вот в четверг, пятница, понедельник, вторник. Поэтому нужно будет как-то кооперироваться с Костей, конечно, но у него там завтра много встреч, он не сможет работать из дома. Ну, в общем, сложно с одной машиной. Ну, что-нибудь придумаем. Ну вот, так что у нас вечер, наша обычная рутина. Вот Идошка принес уже свое фото со школы. Такая фотография красивая в этом году, у него прелесть просто.
Ну вот, как Костя говорит, ну, он не сильно меняются. Каждый год мы просто выбираем синий фон всегда. Но они меняются очень сильно. Сейчас хочу купить такой альбом, как раз там, где на каждую страницу будет идти одна такая большая фотография, потому что у меня для Идошки есть много таких фотографий. Уже для Габи есть такая фотография. Так что, в общем, все, такие вот дела. Гороховый супчик я покушала. Сейчас надо что-то еще пожевакать еще немножко. Что-то я как-то близко себя показывала. Сейчас еще надо что-то пожевать. Да вы давно говорите, Инна, где ты пропала? Нет, я здесь. Просто как-то пока дети были на каникулах, это был дурдом, невозможно было просто ничего не снимать, не говорить, не рассуждать. Почему здесь открыто? Вообще в голове мыслей очень много, большое множество, о чем хотелось бы так просто поговорить, знаете, включить камеру и пофилософствовать. Много мыслей приходит, но пока руки доходят до камеры, уже вся философия испаряется просто. Вот, но, в общем, да. Все, сегодня ехала в автобусе, просто размышляла так себе на тему диалог и монолог. И особенно общение с детьми. Так, если вдуматься, когда у нас происходит общение с детьми, когда мы с ними общаемся. У нас в основном идет какой-то, ну, допрос, я не хочу сказать, но какой-то такой диалог, да, вот забираем детей, спрашиваем какие-то вопросы, как было в школе, как друзья, как ты. Мы считаем, что мы сделали наш родительский долг, если спросили все нужные вопросы, особенно если они на них ответили, это вообще великолепно. Иногда у нас происходят монологи, да, это когда мы что-то им вычитываем или что-то им высказываем. Но никогда не происходит какого-то, ну, диалога в плане повествования какого-то, чтобы был какой-то интересный рассказ, чтобы друг друга как-то просто слушали без того, чтобы там как-то спрашивать какие-то вопросы или там ждать каких-то ответок. Я не знаю, как это объяснить, но сегодня я рассуждала на эту тему, что мы все время как в каких-то докладах живем, как в докладе. Там ты поел, поел, там хочешь кушать, хочешь кушать. Там поиграл, давай поиграем в пиано. Или сидишь, начинаешь давать приказы, играй это, играй то. Или там уроки сделала, что задали. Там, а теперь давай поговорим о жизни. Да? На самом деле, когда я с Эдо занимаюсь музыкой, я понимаю, что это единственное наше с ним такое времяпрепровождение вместе, наше такое время качество препровождения. И я пытаюсь его использовать для того, чтобы тоже рассказывать какие-то истории с детства, какие-то там нравоучительные, поучительные вещи. Что, Эдошка, ты хотел сказать? Вы же ели в школе. И у Марины. Нет, завтра. Печенье попозже. Вот. Разговорчики у них тут. И, Дошенька, если ты сможешь открыть, можешь себе взять. Вот здесь. Габи уже умеет. Она умеет открыть, Габи. Она открыла вчера это. Actually, you full, ты не хочешь. Да, Габи, очень хорошо. Такая молодец, она так хорошо разукрашивает. Ну, вообще. Она просто подошла и сделала это. Да, Габочка, ты сама травку нарисовала или там была картинка для травки? Ты сама нарисовала травку? Mm-hmm. Какая ты молодец. Как зовут эту пинк? Пинки пай. А вот эту желтую? Как ее зовут? Баба-сай. Баттерфлай? Флаттершай. Да. Флаттершай. Габи, от тебя пригласили на вечеринку на день рождения, да? Как зовут мальчика? Будете джамп. Да, это на трамполины вас пригласили, да? Трамполинс. Да, нельзя ни об кого ударяться, надо будет аккуратненько прыгать. Идоша, ты открыл? Молодец. У нас просто затворы еще стоят с тех пор, как Габи была маленькая. Мы что-то лень их снимать. Вот, и, в общем, Идошка никак не мог открыть. Но молодец, Идоша, ты видишь, ты сделала это. Все путем практики познается. Да, Идоша? Как мы говорим?
Practice makes perfect. Молодец. Ну, в общем, сейчас вот немножко еще поотдохнем. Я, наверное, кофеек себе сейчас еще сделаю. Извините за мой видок. Волосы вообще некие, сейчас шапка. Вот это постоянно волосы очень быстро загрязняются. Вот, под шапкой. Это анекдот, как я сегодня добиралась, конечно, обратно. С этим гололедом, с этим автобусом, который сделал круг. Ужасно. Эти добирания на автобусах, это просто тихий ужас. Ну, вот Костя сейчас едет, тоже говорит, что пробки, все стоит. Все стоит, потому что гололед, машины двигаются медленнее. По радио даже передали, что у кого только лишь два ведущих колеса, не стараться не выезжать, не ехать, потому что это небезопасно. Только, ну, у кого четыреприводная, как это называется, машина, только ездить. Ну, у нас четыре привода, конечно, но, знаете, есть четыреприводная машина, тоже может кататься по дороге, когда, ну, когда скользкая дорога. Все, в общем, я сейчас пойду сейчас поставлю, то есть я не пойду, я уже здесь, я ставлю чайник, вот, пусть зажигается, он что-то как-то плохо стал работать, уже ему сколько лет, это мне подруга подарила, они когда уезжали, я уже как-то рассказывала, Леночка моя, они уезжали жить в Европу из Канады, и она мне подарила этот чайник, он шикарный, очень хороший чайник, и он у них работал лет 5, и у меня он уже работает. Ну вот сколько Габуське лет, они уехали, когда она родилась, через 2 дня. Я по Габе равняю, сколько мы не виделись, 4 года. То есть это 9 лет чайнику, ребята. Представляете, 9 лет этому чайнику. Какая фирма, вот такая фирма. Он очень классный, мне нравится, но уже, видимо, он отрабатывает, подходит к концу его действия. У нас вообще как-то все ломается, что-то все рвется, ботинки у меня порвались. Надо выбросить. Прихожу, что-то вчера чувствую, ноги как-то влажные. Думаю, неужели так нога вспотела? Не может быть. Потом даже как будто мокрая. Прям разуваюсь, я понимаю, что у меня мокрая нога. Я смотрю, у меня в подошве две пятки пробилось. Прям я не, ну, если была на одной ноге, на правой, да, то значит от вождения, если в машине там как-то протерлось. Но тоже это сколько лет нужно протирать, чтобы оно протерлось. Видимо, как-то оно прорвалось, может быть, когда я шла по льду. Я не знаю. Короче, выбрасывать сейчас эти ботинки. Потом у нас немножко фюрнис сломался. Я уже не знаю, говорила я об этом или нет. Фюрнис полетел. Туда $650 отдали. В машине там надо было кое-что зачистить, прочистить. Тоже $600. Кухню надо делать. Тоже еще выплачивать. Короче, в общем, расходы не заканчиваются. И знаете, есть такой момент, когда все вроде ничего. А потом бывает, когда начинает все ломаться, и все друг за другом. Тут порвалось, там сломалось. Там еще какая-то беда. Но это все мы справимся. Главное, чтобы мы были здоровые, энергичные. И чтобы все были вокруг нас счастливые. Вот это все получится. Это все мелочи жизни. Они для этого есть. Вот как бы, да, мы живем для того, чтобы крутиться, как-то немножко разбивать рутину наших философских мыслей. Вот. Так что вот что вы думаете по поводу даты? Что я сказала? Какой-то вот диалог повествованческий, есть ли он в вашей семье, если вы поняли, о чем я говорю, что хочется, как бы, да, вот меня Эду перебил своим разговором, как-то иметь какой-то диалог вообще в семье с любимыми людьми, с близкими, с родителями, с детьми. Именно иметь беседы такие, знаете, именно вот, да, слово беседа. Беседа – это не когда вопрос-ответ, вопрос-ответ, какое-то повествование. И мы это слушаем, мы воспринимаем как-то историю, и мы пропитываемся, что-то для себя берем, делаем какие-то выводы. Такого очень мало, мне кажется, в нашей жизни стало, просто времени для этого нету. А мне кажется, нужно больше времени для такого дела выделять в своей жизни, и это важно. Поэтому вот когда мы с Эдо занимаемся музыкой, вот это у меня один, пока я с вами ля-ля-ля, уже чайник закипел. У меня вот это один из вариантов, когда я провожу с ним время, когда я с ним занимаюсь пианино, мы с ним можем поговорить о чем-то и посмотреть вместе, например, какое-то видео, если мы разучиваем какую-то композицию новую.
Кстати, до у меня в третий класс перешел музыкальный. Я вам говорила вообще об этом. У нас и Дошка перешел в третий класс консерватории. Да, мы вот праздновали в эту субботу, ходили. Разучиваем сейчас серьезненькие сонатины. Уже серьезные, длинные. И, конечно, да, вот, и, конечно, когда мы что-то изучаем, берем какое-то, например, новое произведение какое-то, и смотрим, как его там нужно играть, да, то, конечно, посмотрим видео, и всегда у нас есть какое-то обсуждение. Мы там ведем беседу, а как там можно сыграть. Или, например, если мы, вот, например, изучаем также о композиторе, который написал это, то мы изучаем его немножко биографию, где он родился, кто он, помимо того, что он композитор, может быть, он там, я не знаю, дирижер, еще там кто-то, ну, в общем, чтобы как-то откладывалось в голове тоже имена композиторов, это важно, не путаться среди них, как говорится, не путать Баха с Моцартом, чтобы визуально их как-то воспринимать и так далее. Вот. Сегодня Дошку попрошу, чтобы он вам сыграл. Он разучил Джона Вильямса. Джон Вильямс и Доша, да? Jurassic World. Идо. Идо. Jurassic Park. Джон Вильямс. Вот он разучил, да, это он же композитор. Кинематографический композитор, он дирижер, он для Гарри Поттера музыку писал, для фильма и для Star Wars, да, для Звездных войн, для многих фильмов. Елочку мы хоть еще сложили уже, а чашечки и тарелки у нас еще новогодние. Хотя уже тоже скоро их спрячу. Вот так прошел быстро наш декабрьский, рождественский декабрь. И мы возвращаемся в обычные будни. Все, ребята, в общем, на этой минуте пока что все. Сейчас еще иду делать 10 вечера. Уже ужасно сегодня день как-то долго протянулся у нас. Мы... Делаю свет, чтобы было светло. Не надо, ты наоборот день делаешь. Я еще иду делать ленивые голубцы, потому что на завтра надо какой-то ланч там всем будет кушать. А кушать нечего. И, в общем... О, добивался свет. Мы будем идти спать. Пользуясь возможностью, хочу пригласить вас на канал Кости Level Up, который возобновил свою работу, и уже там есть несколько свежих видео, и на канале будут освещаться короткие новости, даже, возможно, несколько раз в неделю. Да, Костя? Да. Ну, по крайней мере, раз в неделю точно я буду стараться что-то делать, записывать. Все зависит от редактора, не от меня. Редактор — это я. Приятно познакомиться. Мне нужен редактор. Тот, который пишет титры. Тот, который пишет текст. И тот, кто говорит за тебя. Но не всю работу должен редактор сделать. Я могу сделать какую-то работу сам. Хорошо, ребята, все. Спокойной вам ночи. Кому-то доброе утро. И заходите к нам на канал и подписывайтесь. Спрашивайте свои вопросы. Пока-пока. Бай-бай. Пока-пока.